Недавно в социальных сетях появилось видео, в котором один из жителей садового некоммерческого сообщества «Авангард» рассказывает о проблеме с выбросом канализационных стоков на поверхность. В связи со сложившейся ситуацией бригада Каспийского филиала «Единый оператор» среагировала на обращение и выехала на место происшествия для решения данной проблемы. В прошлом году на участок также выезжали представители администрации Каспийска и депутаты городского собрания. Вследствие проверки было выявлено, что на данном объекте жильцами близ расположенных домов были введены канализационные стоки в канал. В ходе обращения было выявлено, что до этого была здесь находилась труба 500-я заброшенная, и что жители ближайших районов СНТ «Заря» несанкционированно ввели сброс канализационных стоков, что приводило к потоплению данного участка СНТ «Авангард». Отметим, что данная проблема была устранена. Бригада Каспийского филиала «Единый оператор» заглушила всевозможные доступы к трубе для сброса канализационных стоков. Жители города хотели засыпать дорогу, тем самым задели водопроводную трубу. Бригада Каспийского филиала «Единый оператор» произвели ремонтно-восстановительные работы и устранили аварию. В ближайшее время совместно с участковым и Роспотребнадзором на жителей СНТ «Заря» будут заведены акты об административных нарушениях, в связи с чем Каспийский филиал «Единого оператора» просит жителей установить септики согласно нормам СанПин.